Друзья, в этом году у меня баклажаны просто прекрасные. И давайте, друзья, покажу, что я из них готовлю. Для этого рецепта, конечно, друзья, подходят баклажаны не крупного размера. Чистим от корешков. Нарезаем не очень толсто, толщиной примерно около сантиметра. Баклажаны нарезали. Не нужно их ни солить, ни перчить, друзья. Отправляемся к сковородке и будем жарить. Взял перец двух цветов, 3 красных и 2 зеленых. Чистим от семян и нарезаем кубиком. Разрезаем еще раз пополам и режем на такие вот тонкие полосочки. Примерно 6-7 помидорок через терку. Вот такая у нас получается томатная кашица. Ну и также использую лук репчатый, чеснок и горький острый перец. Также нарезаем мелко. Отправляю в сковородку свиной фарш. Фарш заранее присолил, приперчил и обжариваем. Буквально 5 минут прошло. Добавляем лук, черный перец и горький перец. И тушим все вместе. Добавляем перец. Как только, ребят, слегка помяк перец, отправляю томаты. И тушим еще 5-6 минут. Добавил еще 50 грамм воды. Теперь добавляю немного соли и сладкой паприки. Перемешиваю, накрываю крышкой и, как я говорил, тушим 7-8 минут. Отправляю баклажан. И нужно протушить вместе с баклажаном еще хотя бы минутки 3. Последний штрих, друзья, это зелень. Немного петрушечки сверху. И наше блюдо, друзья, готово. Друзья, обязательно к приготовлению. Это очень вкусно, это очень ароматно. Уверяю, обязательно готовьте, друзья.